Сенсивьерия, бальзамин, фикус, цитрусовое деревце и другие комнатные растения. Такую находку сделал наш телезритель. Свое имя мужчина предпочел не называть, но рассказал, что медики массово выносят цветы из больницы на контейнерную площадку. Когда наша съемочная группа прибыла на место, то мы увидели, что оранжерея на мусорке стала куда меньше. Видимо, местные жители подумали, не пропадать же добру. В больнице пояснили, цветы действительно отсюда. Цитата. В нашем учреждении имеется большое количество растений, которые необходимо ежедневно подвергать санобработке во избежание распространения новой коронавирусной инфекции. Нашим учреждением было принято решение их утилизировать. Конец цитаты. Нам пояснили, эту флору на мусорку принесли из разных отделений, но в коронавирусном отделении комнатных растений нет и не было. Также медики не рекомендуют брать эти цветы себе, ведь на листьях, в почве могут скапливаться различные бактерии и вирусы. По народным поверьям, комнатные растения копят в себе энергетику места, где растут. А у больных людей цветы вообще брать нельзя. Но наш телезритель не суеверный, взял себе пару коробок. Растения все-таки живые и не виноваты, где они выросли.